Воу-воу. У меня мышка сейчас, видели, вот так вот и сделала. Попала какая-то фигня. Найс. Вижу. Отстань. Угомонись. Бегать не могу. Извини, но ты меня достал, чел. По-моему, он минус. Это все мы забираем. Так. Ранил. С двухстволками ходит чел. Ну тебе что, заняться нечего? Кто вообще с двухстволкой, блин, идет в рейд? Еще и с двумя двухстволками. Вайп скоро, чел. Блять, их четверо там. Ё-моё! А звук? Хонг Бай, где звук-то у тебя, братанчик? Я троих убил. Нефильтрованный стержень, быстрый, качественный, ручная работа. Мужской, женский надо было еще добавить обязательно. Это лицо человека, который много играет в Тарков, и к нему время от времени подлетает Буянов и высасывает вот так всю радость просто. Потом говорит, эта игра не для всех. И улетает. Да ты отстань, ботик. Ну что ты мне? Давай, мати! На, блядь, бери, сука! Господи, бот! Ублюдок, мать твоя! Быстро! Какое плохое зло я тебе сделал. Убил, типа. Один слева, один где-то вот здесь. Дверь закрыл. Да ты че, бля? Так, минус еще один.
Этот дотек, что ли? Или я ему сунул успел плюшечку? А, все-таки я убил этого. Хаешка, видимо, зашла хорошая, мне кажется. Наверное, да. Кто-то справа режим огня сменил. Гранатомет? Да ладно. Как он ножки красиво, видели? Оп, такой. Гранатомет где? Где гранатомет? Не у тебя, что ли? Гранатку готовишь? Ой, зря. Так близко к углу не готовит гранаты, чел. Маленький уровень, наверное. Глупый. Глупый маленький бэмби. 42-й? Умер, не? Пойму. Как-то странно замолчал. Да, умер. Понял, на спавне стоит. Я думаю, все на карте. Господи, это кто там сидит? А, это М-ка тут сидит, 54-го. Блять. Сел. Вайп, блять, через неделю. Чё ты сидишь под потолком, блять, как летучая мышь? Как павук, блин. А? Как тебе геймплей, чел, нормально? В курсе, что вайп скоро будет, не? Он не в курсе, чат, может быть. Стримы стараюсь проводить каждый день, по будням, иногда даже выходные, во второй половине дня. Вся движуха в основном происходит на Трово с чатом, там всякие боксы, эвенты. Поэтому, кому интересно, чем мы тут занимаемся, регайтесь на Трово, залетайте в чат. Там же, кстати, прошедшие трансляции есть, если вдруг YouTube влетает за музыку и на YouTube они недоступны, то там они будут. Ссылка будет на канал в описании под видео.